8 ноября в Москве начала работу 28-я крупнейшая международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В ней примут участие около 500 компаний из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно свою продукцию презентует и Магнитогорский металлургический комбинат. На коллективном стенде «Магнитки» посетители смогут познакомиться с продукцией и технологическими возможностями как самого Магнитогорского металлургического комбината, так и предприятий группы ПАО ММК. Стенд ММК, постоянного участника форума, по традиции будет одним из самых больших из представленных на «Металл-Экспо». Компания представит весь спектр продукции комбината – от горячекатанного и сортового проката до автолиста, проката с покрытием и линейки высокопрочных и износостойких сталей под брендом «Макстронг». Помимо руководителей и специалистов комбината и торгового дома ММК, на стенде «Магнитки» будут работать представители компании группы ПАО ММК, чья продукция будет также выставлена на «Металл-Экспо». Среди них ЗАО «Магнитогорский завод прокатных волков», одно из крупнейших предприятий в России по производству листовых и сортовых волков, изготовленных методом центробежного литья, и ООО «Огнеупор», один из ведущих производителей алюмосиликатных и магнезиальных огнеупоров. ООО «Шлагсервис» представит на форуме выпускаемые компанией гранулированные шлакообразные смеси, используемые при разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок, а ООО «Объединенная сервисная компания» – широкий спектр услуг по технологическому обслуживанию и ремонту различного оборудования. Участие в выставке примет также ООО «ММК Лысвинский металлургический завод», ведущий российский производитель электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием и проката с декоративным покрытием Steel Art. Завод представит как уже известную потребителям продукцию, так и продуктовые новинки. Например, прокат с полиэфирным покрытием повышенной эластичности для производства водосточных систем, прокат с текстурированным полиуретановым покрытием, а также прокат с антиграффити и антибактериальным покрытиями. Кроме того, вниманию посетителей выставки предложат новые рисунки – венге, бордовые венге и 5 видов рисунка винтаж. В рамках стенда ПАО ММК ООО РНД МГТУ представит созданный по заказу и при участии комбината автоматизированный интеллектуальный комплекс пенного пожаротушения для стана 2500 горячей прокатки в ЛПЦ номер 4. Это первая подобная разработка в отечественной металлургии. Комплекс объединяет систему видеоаналитики, которая позволяет определить место и площадь возгорания с выводом видео и звуковых сигналов на монитор оператора поста управления. Лафетные роботизированные стволы в зонах тушения с возможностью дистанционного изменения направления струи огнетушащего вещества технологическим персоналом с поста управления. Главная особенность системы – возможность применения без дерматизации помещения. Она позволяет максимально быстро локализовать пожар, управляется с пульта оператора и имеет автоматический режим работы. Руководители и специалисты компании группы ПАО ММК также примут участие в обширной деловой и конкурсной программе металлургического форума. 28-я международная промышленная выставка «Металл-Экспо» пройдет с 8 по 11 ноября 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. В ней примут участие около 500 компаний из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На площадке выставки будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. Выставку «Металл-Экспо» посетят потребители металлопродукции и стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных, логистических и металлоторговых компаний. В рамках деловой программы форума состоится более 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса, сообщают Управление информации и общественных связей ПАО ММК.